В начале времен к золотистому берегу загадочного острова Матануи прибило 6 контейнеров. Так родились могущественные легендарные герои. Таху — отважный Тоа огня. Лева — проворный Тоа воздуха. Гали — благородная Тоа воды. Копака — мощный Тоа льда. Онуа — мудрый Тоа земли. Со своим другом Похату — могущественным Тоа камня. Они одолели властелина тьмы Макуту и его ужасных подданных, которые угрожали Тоа и всему миру. Со временем они изменились, обретя удивительное оружие, маски, доспехи и новую силу, более мощную, чем когда-либо. Этим Тоа-Нува потребовалась вся их сила, все навыки и вся мудрость, чтобы уничтожить еще более опасных врагов – Боракалов и злобных слуг Макуты, ужасных Ракши, которые несли страх, разрушение и гибель на Матануи. Новые союзники вступили в битву и помогли разгромить Макуту. Были раскрыты секреты древней земли, носящей имя Метру-Нуи. Земли, когда-то имевшей своих героев, которые не жалели сил и навыков, сражаясь за справедливость, которые не знали страха, защищая родные города. Преследуемые ваками, роботами, запрограммированными на преследование, захват или уничтожение, эти Тоа начали войну. И даже превратившись в темную версию самих себя, они никогда не сдавались. Кто бы ни был противник, каковы бы ни были шансы, они сражались и побеждали. В то же время в дальних странах зло набирало силу. Злобные монстры жаждали освобождения, но мантию Тоа носили новые войны. Ничто не может прервать их поиски легендарной маски жизни. Ничто на земле или на море. Где бы ни находилась маска жизни, кто бы ни пытался уловками, силой или злым коварством захватить ее, то встанут на его пути. И с помощью масок и своего оружия защитят мир. Сражаясь против гигантских вражеских армий, которые атакуют со всех сторон, погруженные в океанскую бездну, и в противостоянии с невероятными монстрами, то найдут способ одержать победу. Что бы ни принесло будущее, некоторые вещи останутся неизменными, такие как отвага и бесстрашие настоящих героев. В 2008 году Тоа вступит в величайшую битву. Битву в сердце Вселенной. Тоа-Нува продолжит бой. Финальная схватка начинается.